Привет, меня зовут Лейла, я из Минска. А в Минске я училась на факультете журналистики и работала телеведущей. Это Академия талантов, третий курс. И я, Андрей Бонд, представляю вам ведущую нашего шоу, Лейла Исмаилова. Быть телеведущей — это была всегда моя мечта, и мне судьба благоволила, очень благоволила, и у меня передо мной раскрывались все двери, и все очень хорошо получалось. Но, видно, также судьба решила закрыть эту главу для меня, потому что в какой-то момент на канале ОНТ меня стали вырезать из телешоу. Я интерпретировала это как знак судьбы, что мне нужно начинать что-то новое, и жила с мыслью о том, что же я буду делать дальше. Очень болезненно и сложно переехать в другую страну и понять, что твои достижения с того мира не считаются. И фактически мое белорусское образование, несмотря на то, что я считаю его очень сильным, здесь оно никак не воспринималось. Мне показалось, что мне нужен какой-то социальный статус, который мне поможет быстрее развиваться и расти. Так пришла идея поступить в университет на степень мастера, и мне посоветовали университет USC. Вначале идея показалась необычной, потому что USC в шутку здесь расшифровывают как University of Spoiled Children, что значит университет избалованных детей. И в этом году были скандалы, известные голливудские актеры платили взятки $500 000, чтобы ребенка взяли сюда. Но тем не менее я решила подать документы, и на свое удивление я не только поступила, но и получила полную стипендию. На самом деле, переезд в другую страну – это прекрасная возможность снова обрести себя и открыть новые грани своих способностей. Собственно, в Америке я этим занялась. Я работала в продакшн-компании, я была редактором в кинокомпании, я читала очень много сценариев, это была волшебная работа. Я была продюсером на большом документальном проекте, который на Венецианском кинофестивале взял главный приз. Я работала моделью и тоже снималась в музыкальных клипах, рекламах больших проектов. Это было волшебно. И все это время я жила в смысле, что же я могу сделать и принести в этот мир. А так появилась идея моей благотворительной организации Pretty Powerful, которая работает с девочками-сиротами в Беларуси. Так появилась идея работать в воскресной школе опять с детьми. И главным таким следующим шагом стала идея детских книг с дополненной реальностью, над которой я сейчас работаю. Just a girl who is lucky to have an amazing friend Emil. Из-за того, что дети смотрят TikTok, YouTube и так далее, их мозг становится очень ленивым, и они просто теряют способность воспринимать серьезную тяжелую информацию. Поэтому для них высидеть на уроке, запомнить что-то, а прочитать главу книги вообще невозможно сейчас. Мне показалось, что это большая проблема, и стала думать, как я могу ее решить. Я поняла, что самое хорошее решение — это соединить книгу с технологией, потому что новое поколение детей рождается с телефонами в руках. Для них это что-то естественное и простое. Дополненная реальность по своему эффекту и визуализации чем-то похожа на голограмму. Фактически двухмерная иллюстрация может ожить в пространстве как трехмерная. Она может быть интерактивной, с ней можно разговаривать, ее можно трогать, вокруг нее можно ходить. То есть это новая технология, которая буквально дополняет реальность. Kids are becoming more and more comfortable with technology, and instead of pulling away from traditional ways of learning and engaging in entertainment or knowledge, I think it's better to merge the two. It's brilliant, and I think I would love to see it in schools. I would love to see it everywhere. I can just fully say Layla has supported all of my business endeavors. And I think that's what's going to make her succeed, more than the fact that she has great ideas, but that she's always there for other people and her heart's always on the line, and that's going to allow her to shine, and her businesses as well. Мне эта идея греет душу, потому что, во-первых, она помогает мне реализоваться творчески, для меня это очень важно. Во-вторых, я делаю продукт для детей, и для меня всегда дети — это была та аудитория, которой я не безразлична. Мне всегда хотелось сделать что-то для них и давать им какую-то возможность расти и развиваться. И, наверное, еще одна часть важна в этом проекте — то, что он может быть очень прибыльным.
И эта идея мне тоже греет душу, потому что мне бы очень хотелось обеспечить себе и моей семье хорошую, красивую жизнь, в которой не будет никаких денежных лимитов. И как бы целью в моем бизнесе, конечно, вырастить эту компанию на том уровне, когда каждый ребенок будет хотеть иметь книжку Stardust AR, так же, как и мы хотим смотреть диснеевские мультики.